Итак, всем привет, с вами первый, мы продолжаем проходить GTA Vice City. Очередная миссия в таксопарке, смотрим. Номер 13. Да, неудачник. Что же, едем, и нам надо обязательно быть вот на этой машине. Менять ее нельзя, как бы. Только ты не лагай, пожалуйста, а. И миссия такая, не сложная и не легкая. Порой бывает какого-то непонятного раза уже проходишь ее, надоедает уже. Ну, вообще советую запастись миниганом или пулеметом, или таким оружием, если у вас нет, которое довольно быстро способно уничтожить автомобиль, потому что там их сразу набычкуется кучка, там штук 7-8, где-то, по-моему, даже 9. И надо все уничтожить. Ну, у меня еще пулемет со времен Фила оставился, так что. Так, вообще, нам надо вот на самый край такой здесь посигналить и мчаться вон туда. До краешка и быстрее наверх. Да? Они уже готовы просто нас сожрать. Можем их по одному кое-как уделывать. Вот вся. Сейчас по одному их будем уничтожать. Ты еще живой, что ли? Так, есть. И глава остался. Блин, сколько тут. Так, ну давай, иди сюда. Давай, Торо, Торо, чувак, где ты там? Куда уезжаешь? Ах, как я. Выжил. Все. Так, теперь таксопарк стал прибыльным. И он приносит прибыль 5000. Осталась у нас только киностудия и все, вроде все собственности остальные такие, которые нужны по сюжету, мы купили. Вот, собственно говоря, осталось накопить не деньжат, а на 160 тысяч вроде сколько там. Ну, сейчас я быстренько все накоплю. Ну, а с вами был я, Павел Первый. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте. Надеюсь, вам понравилось. Всего хорошего и пока.